Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия. Играем в Бравл Старс. Посмотрим, что же новенького. Хэллоуинское испытание. Хотелось бы его пройти, но я сомневаюсь, что у меня получится. Ведь нужно одержать, насколько я понимаю, 9 побед. Но для начала посмотрю, какой подарок. Подарок не очень. И в связи с особой акцией мы можем купить за кристаллы большой и мега ящики. Открываю и посмотрим, что из них выпадет. Ни гаджетов, ни умений не выпало, но зато дополнительные очки силы для бравлеров, а также золотые монеты, которых мне катастрофически не хватает. И теперь настало время наконец-то приступить к хэллоуинским испытаниям. Всего лишь 4 поражения и вылет. Первых 3 боя награда за поимку. Я на этой карте играю нечасто. И на первый бой взял Эмс. Три-два, счет в нашу пользу, но удержать его в течение 1,5 минуты будет очень сложно. Если бы Кольт разбил парочку препятствий, было бы лучше. Вот же, едва меня не добил. Приходится ждать, покуда восстановится КП. Для вас этот бой может показаться не очень интересным, но для меня он очень напряженный. Награда в 250 золотых монет, это неплохо. Сменил Эмс на Барли и тут же потерпел поражение. Так что у меня одна победа, одно поражение. Не знаю, с чего я решил, что за Барли будет играть проще. Восемь-пять, счет не в нашу пользу. Thank you.
Ничего не могу сделать. Неужели на этом мои хэллоуинские испытания и закончатся? Ну, это еще, конечно, не окончательное поражение, но два поражения и одна победа не очень. Ребята, взял все-таки Эмс и одержал две победы подряд. Впереди нас ждет захват кристаллов. И я думаю, что нужно менять Эмс на Джесси. Еще один раз, конечно же, я могу проиграть, но не больше. Взять Джесси – это было правильное решение. Сейчас шестой этап. Хотелось всех снести и самому остаться в живых, но не получилось. Как вы видите, бой напряженный. Надеюсь, мы победу не упустим. Бой был сложный, ни одна, ни другая команда уступать не хотели. Теперь будем играть в Brawl Ball. И снова смена бравлера. Думаю, как нельзя лучше подойдет Дэрил. Ну что, последний, девятый этап. И у меня еще добавилось одно поражение, так что нельзя проигрывать, ну просто никак. Быстрый гол – это хорошо.
вот быстрый второй гол – это победа! А ведь я сомневался, что у меня получится. Еще бы из мегаящика что классное выпало. Монетки – это тоже хорошо, тем более их больше 200. Ребята, надеюсь, это видео вам понравилось и оно заслуживает лайка. Кто еще не подписался на наши каналы «Страна Игрляндия» и «Игрляндия», подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные видео. Всем пока и до новых встреч!